Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Вы знаете, что эти слова нужно говорить не только на Пасху, не только на Easter Sunday. Эти слова нам нужно говорить каждый день, когда мы проходим трудности, когда мы проходим разные страдания, когда к нам приходят скорби, когда к нам приходят сомнения, нам нужно говорить «Христос воскрес!». Когда нам страшно, нам нужно повторять в своей душе «Христос воскрес!». Когда мы собираемся вместе, нам нужно говорить «Христос воскрес!». Когда люди выходят замуж и женятся, когда мы встречаемся со смертью, нам нужно говорить в своей душе «Христос воскрес!». Я надеюсь, что сегодня ваши сердца не только поют, но радуются этой истине, потому что это не просто теория, это не просто вымысел, это не просто какой-то миф, это не просто хорошая сказка, которая может нас поменять каким-то образом, сделать чуть-чуть лучше. Друзья, Христос пришел, умер и воскрес для того, чтобы сделать нас совершенно другими и открыть нам двери рая. Никто во всей Вселенной, во всем мире, 2000 лет уже подряд не привлекал к себе внимания, как Иисус Христос. Хоть Он и прожил короткую жизнь, но Его смерть и воскресение разделило все общество, весь мир на две части – на верующих и неверующих. Сегодня до сих пор мир привлечен вниманием и пытаются говорить о Христе самые разные версии, самые разные истории, для того, чтобы, возможно, посеять смуту или сомнения. Верующие люди говорят о том, чтобы вновь утвердиться в вере. Но Иисус Христос является разделяющей личностью по одной только причине, друзья. Не потому, что Он был хороший пророк, не потому, что Он был хороший человек, не потому, что Он был учитель, а потому что Он умер и Он воскрес. Именно воскресение является причиной разделения всего мира, и даже здесь, возможно, нас всех, на верующих и неверующих. Я хотел бы сегодня ваше внимание обратить на текст, который очень редко читается на Пасху. Но я думаю, что он очень важен для нас, потому что он вновь показывает нам славу воскресшего Иисуса Христа. Почему Христос воскрес именно на третий день? Это вопрос, на который я хотел бы сегодня в большинстве времени вместе с вами ответить. Но для этого я хочу прочитать не столько последнюю главу или последние главы Евангелия, а предпоследние моменты, которые описывают день субботний, который начинается не в субботу утром, а по-еврейски каждый день начинается в 6 часов вечера. Это было в пятницу, даже до того, когда началась суббота. Я хочу предложить для вас Матфея, 27 глава. Мы прочитаем с вами с 57 стиха. Пожалуйста, откройте свои Библии. Если у вас есть настоящие копии Библии, откройте именно эти Библии и постарайтесь и держать их открытыми. Ну, если уже у вас нет, хотя бы электронные, откройте, но это очень важно, чтобы вы увидели своими глазами текст, который мы будем читать сегодня. 27 глава с 57 стиха. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришедший к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И взял тело Иосиф, обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, то есть в субботу, на другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Так заканчивается 27 глава Матфея. Вы, наверное, когда читаете какую-то интересную книгу,
всегда делайте две вещи. Вы смотрите заглавие всей этой книги и затем читаете последние страницы. Ну, по крайней мере, последнюю главу. Для чего? Чтобы вообще понять, куда все движется, правильно? Мы очень часто так делаем, к сожалению, большому сожалению, делаем с Евангелиями. И в частности, с Евангелием Матфея мы обычно прочитали историю, что произошло в пятнице, на Голгофе, на кресте. Мы все прекрасно знаем эту истину, верим в нее. Мы быстренько перескакиваем и воскресный вот этот текст, Матфея 28 глава, в Евангелии Марка это 16 глава, в Евангелии Луки 24 глава, в Иоанна это 20 глава. Мы перескакиваем многие моменты, которые очень важны, предшествовали воскресению. Почему так не нужно делать? Друзья, потому что Иисус Христос, мы с вами праздновали прошлую неделю, мы с вами праздновали Страстную неделю. Иисус Христос в прошлое воскресенье, Он входит в Иерусалим. На осленке Он въезжает в Иерусалим, как царь. В понедельник мы с вами праздновали много разных событий, но самое главное событие – Иисус Христос приходит в храм. И там в храме Он производит нечто, что никогда не производили священники. Как истинный священник, Он просто опрокидывает столы всех базарщиков или миновщиков и выбрасывает их из храма. Во вторник мы знаем Иисус Христос на Елеонской горе. Это самое важное событие, как истинный пророк. Он говорит о том, что ожидает Израиль вскоре, и каким образом будущие события, которые все еще ожидают нас, произойдут в будущем. Как истинный пророк, он говорит об этом во вторник. В среду происходят два очень важных события. Иуда, один из двенадцати, решает предать его. Он берет полностью в своей душе решает это и, в принципе, готов идти к священникам. В этот же день Христос находится у Симона, прокаженного в доме. И там в доме, если вы помните историю о женщине, которая принесла свой алебастровый сосуд и разбивает его, и помазывает Иисуса Христа, возливая его елей на его голову. Это происходит в среду. Затем в четверг, мы знаем, друзья, это нам нужно вспомнить, потому что авторы Священного Писания, они рассказывают эту историю, и если нам вырвать какой-то один текст, это будет как вырвать из какой-то симфонии Баха, вырвать какую-то одну часть и просто проиграть начало и конец. Вы не поймете тогда ни начала толком, ни конца. И очень часто середина помогает нам увидеть напряжение, которое развивалось до воскресения. Так вот, в четверг Иисус Христос происходит несколько событий. Самое главное, Он находится в горнице со своими учениками. Там Он умывает им ноги, там Он им говорит о том, что ожидает Его, там Он говорит им о том, что Он пошлет Своего Духа Святого. В горнице происходят Его очень близкие разговоры, беседы со Своими учениками. Там же, во время этой вечери, Иуда выходит, и он идет предавать Иисуса Христа. Но там, после этой горницы, после того, когда они праздновали Пасху, Иисус Христос переходит Кедрон, и Он идет в Гефсиманию. Остатки этого сада до сих пор есть там. Мы вот с группой сейчас были в Израиле. Мы были там, там есть даже деревья, корни которых 2000 лет. Да, из этих старых, возможно, обросших корнями или шелухой деревьев пробиваются новые стволы деревьев, и это очень удивительно помнить, видеть об этом. Это произошло в четверг, в пятницу. В пятницу Иисус Христос стоит перед Синедрионом, перед Пилатом, перед Иродом. Спасибо большое, надеюсь, это поможет вам. Thank you. Иисус Христос стоит перед Пилатом, перед Иродом, опять перед Пилатом. Он осужден на казнь, его ведут по Виа Долороса, ведут его на Голгофу. Вечером, когда все уже закончилось, Иосиф из Аримафеи, мы читаем об этом, Иосиф из Аримафеи, он приходит к Пилату и говорит, он рискует своей жизнью, потому что Пилат, в принципе, был уже недоволен на себя и на весь Синедрион, который, в принципе, сманипулировали всю эту идею, чтобы казнить Иисуса. Но Иосиф из Аримафеи приходит к Пилату и говорит, он умер, дай мне его тело. Это очень странно, потому что обычно римляне не снимали распятых людей с креста и давали им постепенно, медленно умирать.
Это иногда брало сутки, двое, иногда трое. И этот человек умирал постепенно. И они никогда не снимали их. Для этого были звери ночные, и для этого были птицы, которые, в принципе, клевали все это дело. Ужасная вся картина. Но Иисуса Христа тело, разбойника, одного из трех преступников, снимают. Или как выдающего, или как его представили за преступника, его тело снимает Иосиф. И мы читаем, обвил его плащаницей. И что с ним делает? Он ложит это тело в свою гробницу, которую он лично сам сделал для себя. Не будем забывать, друзья, что Иосиф из Аримафеи был очень знатным человеком. Он был частью Синедриона. Другими словами, он был глубоко уважаемый человек. С ним очень много считались, не только вообще в Иерусалиме, но сам Синедрион считал его частью своего совета. И когда Иосиф из Аримафеи делает подобные вещи, они, конечно же, говорят об очень важных вещах, о чем я немножко упомяну позже. Но для нас очень важно. После всего того, что произошло, настала суббота. И обычно в субботу мы мало о чем вспоминаем, мы даже мало проповедуем о том, что произошло в субботу. Но без субботы не было воскресенья. И если бы не суббота, не было воскресенья. Иисус Христос, очень важно нам помнить об этом, что Иисус Христос, Он мог бы воскреснуть, скажем так, Он еще на кресте умер, потому что когда пришли воины, они увидели, что Он уже умер, и даже удивились этому. Разбойникам по левую и по правую сторону они перебили голени, чтобы они там же скончались, а этому ничего не сделали, потому что он уже был мертв. Подошел только воин и проткнул копьем ему бок, вышла кровь и вода. Это все для нас очень важно. Вот почему. Почему Христос воскресает на третий день? Он мог бы там прямо на кресте, когда сотник говорит воистину, это Сын Божий, он мог бы прямо там воскреснуть. Это было бы чудо. Люди, которые только что его распяли, увидели бы, кого они распяли, они поняли, это было бы чудо. Или когда его Иосиф из Аримафеи взял и положил на земле для того, чтобы его обмотать этой плащаницей, туникой, он мог бы туда воскреснуть. Он мог бы воскреснуть в субботу на следующий день, как раз на шаббат, когда все отдыхают. Все бы могли бы увидеть, он прошел бы по пустым улицам, заходил бы в дома. То есть у Христа было много разных других возможностей, но мы видим, история говорит нам о том, что Иисус Христос воскресает на третий день. В этом есть огромная причина. Первый вопрос, наверное, который нам стоит, что же было со Христом, когда Он умер между пятницей и воскресеньем? Как мы читаем из истории, Его тело было в гробнице. Где был Его Дух? Я думаю, прежде чем даже мы ответим на второй вопрос, этот вопрос очень важно выяснить, потому что среди христиан и среди разных конфессий есть много разного суеверия и много неверных утверждений, что Иисус Христос сошел в ад. Но если мы читаем внимательно Писание, то подтверждения такому мировоззрению или такой идее нет. Более того, когда мы читаем или слышим слова самого Христа со креста, мы можем понять, что Иисусу Христу не нужно было идти в ад, чтобы там еще что-то делать или доделывать свое дело, служение или, может быть, даже наше спасение, или уплатить еще своей жизнью там в аду. Нам нужно разобраться с этим вопросом. Очень коротко я хотел бы обратить ваше внимание на следующую деталь. Иисус Христос со креста говорит разбойнику сегодня же или ныне же по смерти будешь со мною в раю. Эти слова говорят о том, что Иисус Христос после смерти, Его дух, Его тело лежало в гробнице, Его дух, Его душа не были в аду, они были в присутствии Божьего, вернее, присутствии Бога, Отца. Второй очень важный момент. Иисус Христос со креста говорит, Боже мой, Боже мой, в Твои руки я отдаю Дух Свой. Помните, Отче мой, в Твои руки я отдаю Свой Дух. То есть после смерти, в момент смерти Иисус Христос, Его душа, Его Дух возносится к небу, возносится в присутствие Отца. Еще один, помните, возглас Иисуса Христа со креста говорит, совершилось.
Христу не нужно было что-то бы еще после смерти заканчивать. Он все уже совершил на кресте. Итак, мы просто для нас, чтобы мы понимали, Иисус Христос не был в аду, он там не был, как некоторые проповедники говорят о том, что ему нужно было там что-то еще вот доплатить, доделать, что-то еще пережить. Он все пережил уже, адские мучения пережил он на кресте, трехчасовая тьма на кресте, все преступления, наказания, все было на нем, он был проклят там на кресте, понес наши проклятия, все совершилось там. Мы сегодня пели этот гимн. Все совершилось там на кресте. Теперь Иисус Христос, его тело лежит в гробнице. На это есть определенные причины. Почему Христос хотел, чтобы мы через евангелистов Матфея, Марка, Луку, Иоанна, и каждый из них говорит об этом, чтобы мы могли обратить внимание, почему Христос должен был лежать три дня и три ночи. Опять слово «три дня» или фраза «три дня и три ночи» не означает, что 24 часа в сутки. Еврейская фраза «три дня и три ночи» означает, если хоть чуть-чуть цепляется, хотя бы час или два, цепляется с предыдущего дня и с последнего дня, это считается как день. То есть пятница, и суббота и воскресенье. Сама еврейская фраза или оборот речи не претендует на точность 24-часовой, возможно, нашего понимания, Иисус Христос находится в гробнице. Но все равно это время, эта фраза указывает на то, что у Христа была определенная цель. Когда мы смотрим на разные тексты Священного Писания, мы можем увидеть, что Иисус Христос на самом деле с определенной целью лежал в гробнице. Он поддался действию смерти, он дал смерти руководить им или, может быть, владеть им на определенное время. И это, друзья, если мы сегодня посмотрим внимательно, это создает еще больше напряжения и делает воскресение еще более славным. То есть, отвечая на вопрос, почему же Христос на самом деле, почему Иисус Христос на самом деле хотел, чтобы мы... Там где-то у меня, по-моему, остался мой платочек. Или он у меня здесь? Окей, где-то. Тут нас еще израильский баг нас еще немножко тоже держит. Но нам очень важно увидеть, что Иисус Христос преследовал, лежа в гробнице три дня и три ночи. В первую очередь, чтобы исполнить все Писание. Смотрите, Христос никогда ничего не делал по собственному усмотрению. Кто-кто, а Он был свободен. Больше, чем мы с вами. Но Иисус Христос, друзья, в своей земной жизни никогда не делал что-либо собственному усмотрению. Все Его слова, все Его дела были точным отображением замысла, который был у Него вместе с Отцом, отображением воли Небесного Отца. Кстати, читая Евангелие Матфея, только Евангелие Матфея, мы встречаем более 60 раз Матфей цитирует пророков в своем повествовании. Более 10 раз он использует фразу «да сбудется сказанное пророком», указывая на исполненное пророчество, которое мы находим в Ветхом Завете. Это очень важно. Матфей пишет евреям, у которых одним основанием было Тора или Танах. Это все Писание, Ветхий Завет. И когда Матфей пишет о том, что это произошло для того, чтобы сбылось Писание, он, в принципе, задает тон всему тому, что будет в Матфея. Даже если он не говорит этой фразы, он хочет, чтобы мы понимали, на этой траектории находится жизнь Иисуса Христа и Его смерть. Иисус очень много раз сам говорил, «Я не пришел для того, чтобы исполнять волю свою». Мы читаем 1 Коринфянам 15:3 и ниже. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Эти слова очень важны. То есть Христос своей жизнью, своими страданиями
малейшими деталями своей жизни Он исполняет то, что мы даже, возможно, и не видим, и не знаем. Для чего, в принципе, нам и нужно изучать все детали всего текста Священного Писания, 66 книг, чтобы видеть, каким образом Слово Божие исполняется в жизни одного человека. Помните, в Матфея 12:39 Иисус Христос разговаривает или отвечает фарисеям, они говорят: «Эй, покажи нам знамение», то есть «докажи нам, что ты Сын Божий». Христос говорит очень интересные слова, но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Не думайте, что я пришел нарушить закон, Матфея 5 глава 17 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Дальше мы читаем, что Петр в своей проповеди о воскресшем Христе, он цитирует 2-й псалом, 15-й псалом несколько раз, 88-й псалом, затем 109-й псалом, 131-й псалом, указывая, как эти тексты исполнились в смерти, в деталях смерти и воскресения Иисуса Христа. У меня есть несколько фотографий, которые я хотел бы вам показать. Кстати, в следующее воскресенье Дима Селюков, он сделает полностью презентацию всей нашей поездки. Но сегодня я хотел показать вам несколько моментов и подчеркнуть, почему это важно нам. Не ради того, чтобы приукрасить проповедь. Первое фото – это фото креста. Кресты делали из дерева. И поскольку это был очень драгоценный материал, кресты не делали высокими, как мы обычно видим на картинках. Самые там большие люди рисуют разные картины, и когда они пишут картины, вот над землей, они хотят это как будто бы, чтобы далеко было видно. На самом деле нет. Кресты были человеческий рост. Они были очень грубые, там не было никаких красивых тканей, там не было никаких православных, католических, каких-то, возможно, людьми придуманных украшений. Он был грубый, он был острый, он был неудобный. Вообще крест – неудобное дело. Но кресты делали специально так, чтобы они ранили и мучили человека. Но они, что очень интересно, они делались с роста, в человеческий рост. Почему? Потому что каждый, если бы вы жили в то время и проходили по той дороге, вы могли бы подойти близко и почитать, за что этот человек казнен, и второе – видеть его лицо. Видеть его лицо, разговаривать с ним, обвинять его, осуждать его, плевать, если у вас достаточно совести, чтобы это делать, да? Или если у вас есть причины это сделать. Что и делали со Христом. И когда что-либо происходило с Ним, мы читаем, Он не просто висел далеко от земли или высоко над землей, Он просто был вознесен от земли, и вы знаете, что было? Его тело было просто ломимо, оно было изломлено. Гвозди тоже были очень большой ценностью. Это не было так, что в Home Depot пошел и накупил сколько тебе хочется. Гвозди делались очень rough, они были ржавые, они были длинные, и поскольку они были очень ценным материалом, то ноги прибивались одним гвоздем. И они прибивались не так спереди, как мы иногда видим, да? Вот так, как будто бы, да? Ноги прибивались сбоку, через пяту. Я хочу, чтобы вы увидели еще одну фотографию. Эта фотография свежая, но то, что вы видите на этой фотографии, это старый римский гвоздь, который закипел в пяте распятого человека. Здесь нет подтверждения, что это пята Иисуса Христа, правильно? Потому что Он воскрес. Но этому артефакту 2000 лет. Его специально проделали таким образом, чтобы его сохранить, чтобы мы могли увидеть, как происходила римская казнь. Еще один очень важный момент, который я потом и расскажу, почему эти фотографии здесь. Мы читаем о том, что Иосиф из Аримафеи, он был человеком богатым, и у него была своя гробница. Евангелист Иоанн нам повествует о том, что крест и эта гробница – или место, где Иисус Христос был распят, и гробница были совсем рядом.
где-то недалеко друг от друга. И поскольку торопились все, потому что наступала суббота, Иосиф из Аримафеи вместе с Никодимом, со своим другом, тоже из Синедриона, они берут тело Иисуса Христа, они его намазали благовониями разными, и они его положили в эту гробницу. Покажи нам эту гробницу. Вы все видели эту фотографию, но очень возможно, друзья, что кто из вас был в Израиле или кто будет, вам обязательно нужно будет зайти внутрь. Это не построенный из камней или из кирпичей. Это высеченный в скале гроб. Он был найден не так давно, еще в 19 столетии, под мусором, под хламом, под землей. Его раскопали. И вот то, что мы видим сейчас, все это доверху была земля и мусор. То есть, когда его все раскрыли, они были удивлены. Там внутри нашли еще византийский крест. То есть, там было, это 4 век примерно. Это означает, что эта гробница гораздо больше даже, чем 2000 лет. Но почему и зачем нам нужно об этом всем услышать, друзья? Фото, которое мы видели креста. Помните, Иисус Христос в Иоанна, 3 глава, 14 стих говорит, «И как Моисей был вознесен, или как Моисей вознес землю, змею в пустыне, так должен был быть вознесен Сын Человеческий, дабы всякий верующий в Него не погиб». То есть Христос, Он говорит о Моисее. Помните, когда Моисей вознес змея в пустыне, Он его тоже поставил на дереве. И Библия говорит нам о том, что проклят всяк, кто висит на древе. Теперь, когда он говорит об этом, он этим самым подчеркивает, каким образом Иисус Христос умрет. То есть он исполнит Писание. Иисус Христос во всей своей жизни, с самого начала до последнего дыхания, перед смертью, он во всем исполнил Писание. И для этого он лежал в гробнице 3 дня и 3 ночи. Как я уже говорил, Иисус Христос мог бы воскреснуть, и это было таким же чудом в ту же самую пятницу. Но Иисус Христос не делает этого для того, чтобы мы увидели, должно исполниться Слово. А почему нам всем, друзья, нужно сегодня услышать об этом? Нам всем сегодня, в век постмодернизма, в век, когда это твоя истина, это моя истина, нам нужно сегодня иметь реальное божественное откровение, которое является единственным основанием для спасения, единственным основанием для нашей жизни – Слово Божие. Иисус Христос, исполняя Божье Слово в точности до мелочей, показывает нам, говорит, «Слово Мое не пройдет напрасно. Слово Мое тебе нужно для жизни, для спасения». У тебя могут быть религия, у тебя могут быть идеи, у тебя могут быть успех в разных вещах, но тебе нужно Слово Божие, за которое я умираю. И жизнью, и смертью, и воскресением Иисус Христос доказывает нам достаточность, достоверность, авторитет Писания, Его необходимость в нашей жизни и Его сладость, которая нам нужна нашим душам. Вот этого фото из остывшего гвоздя, и фото могилы богатого, и фото креста, которое мы сейчас видим, они еще раз подчеркивают, то, что было когда-то сказано в Библии, является истиной. Иисус Христос своим смертью и воскресением доказывает. Слово Божье является единственным Божьим откровением, достаточным для нашей жизни, чтобы спастись, чтобы веровать, чтобы иметь оправдание, чтобы иметь надежду и чтобы жить не только надеждой в этой жизни, но и надеждой на вечную жизнь. Второе, почему Иисус Христос лежал 3 дня? Чтобы показать свою славу. Чтобы показать свою славу. Один из моих друзей, который живет в Израиле, рассказывал мне о том, что сегодня в синагоге, которая у Стены Плача, есть возможность говорить с раввинами о Мессии. То есть раввины той синагоги, они не против поговорить о Мессии. Наибольшим аргументом для тех раввинов против христиан является тот факт, что Христос как будто бы нигде сам не говорил о том, что Он Сын Божий.
Вот не, что они говорят, ну где Иисус Христос сказал, что я Сын Божий? Проблема в этом аргументе коренится сугубо в западном менталитете. То есть, покажи мне дословно, технический такой, научный подход. Еврейский менталитет вообще отличается. К примеру, я просто приведу этот пример, его нужно применить. Никогда настоящий еврей не будет доказывать, что он еврей. Поверьте этому, друзья. Никогда настоящий еврей не будет говорить другим, что я еврей. Он не, ему не нужно доказывать. Знаете почему? Потому что это видно. Это слышно. Видно из его жизни. Но когда мы смотрели или смотрим на жизнь Иисуса Христа, это не просто евреи, это уникальные евреи. И если вы посмотрите внимательно, то раввины того времени очень ясно понимали. Никодим, к примеру, 3 глава Иоанна, он приходит ко Христу и говорит, то, что ты делаешь, не может человек делать сам от себя. Разве только он послан Богом? То есть Никодим говорит, ты Мессия, ты Сын Божий. Он это говорит, конечно же, с опаской, или как нам представляется. Мы слышим этот разговор, но Никодим очень ясно понимает и говорит, слушай, мы наблюдаем за тобой, мы понимаем, что ты не просто еврей, ты не просто пророк, тебе дано свыше. Иисус ему рассказывает совершенно другую историю, рассказывает другую истину, которая нужна ему для спасения. Так вот, смотрите, Христос показал свою славу, даже когда Он был в гробе. В каждый момент своей жизни Иисус Христос указывал на то, что Он непростой еврей, что Он непростой человек, что Он является Сыном Божьим. Это было в учении, это было в Его реакциях, это было в Его словах, это было в Его поведении, это было в Его делах, это было видно среди всего-всего миллионного народа, что Он делал там по всей Галилее и Иудее. Но Христос, друзья, показал свою славу, даже когда Он был во гробе, показывая свою суверенность, свое смирение, свою снисходительность и силу. Позвольте мне, дайте несколько минут, я хотел бы, чтобы вы увидели. Христос знал, когда Он умрет, Он знал, как Он умрет, где Он умрет, почему Он умрет, за кого Он умрет и как долго Он будет под властью смерти. Пожалуйста, не пропустите это очень важно. В сравнении с нами, со всеми людьми, мы даже не знаем, что произойдет с нами через 5 минут. Мы не знаем, что будет после окончания этого дня сегодня. Мы не знаем, что будет с нами завтра. Никто из нас не знает, когда мы умрем. Кстати, нам нужно за это благодарить Бога. Тот факт, что я не знаю, когда я умру, мне намного легче знать, что я не знаю. Да? Знать, когда я умру, это привилегия была Сына Божьего. Так вот, Иисус Христос в сравнении с другими людьми, Он знает точно, когда Он умрет, как Он умрет, в каких обстоятельствах, как люди, разные люди будут играть в этом роль, начиная с Иуды и заканчивая Иродом или Пилатом, или последним римским воином, который пронзил его ребро. Мы знаем, что Иисус Христос, Он проявляет свою славу в том, что лежит Он в гробе для того, чтобы исполнилось Писание и чтобы показать всем, Он суверенен над всем. Деяния 4:27. Вот почитайте вместе со мной. «Ибо поистине собрались в этом городе на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий и Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему предопределила рука Твоя и совет Твой». Рука Божья и совет Твой. Этот совет был в небесах до сотворения мира. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, они решили, каким образом будет совершаться спасение. Иисус Христос показывает славу через суверенное знание и подчинение, добровольное суверенное подчинение смерти на 3 дня. Христос показал свое и смирение в каждом шаге своей земной жизни. Смотрите, когда Он воплотился, это было смирение. Когда Христос, всемогущий Бог, лежал в яслях, для нас эта тайна непонятна. Как ее объяснить, я не знаю.
И нет человека на земле, который мог бы это объяснить. Но Иисус Христос, всемогущий Бог, младенец, лежит в яслях. Это смирение. Когда Он питался материнским молоком, от которого Он зависел, это смирение. Когда Он рос, как и все иудейские мальчики, когда Он крестился в мутной воде Иордана, это было смирение. Когда Он был в пустыне, это было Его смирение. Когда Он был в Гефсимании, когда проходил страдания, когда Он позволил священникам, Пилату, Ироду допрашивать Его, затем воинам бить и плевать в Него, затем прибивать Его ко Христу. Это смирение. Христос не пользовался божественными атрибутами и своей природой и привилегиями, чтобы совершить наше спасение в смирении. Не только как Божий Сын, но и как человек. Но нас, друзья, должно еще больше восхищать смирение Христа, который лежит в гробнице. Не 5 минут, не час, не 2, не день и не 1 ночь. Он лежит все эти 3 дня, 3 ночи, все это время, для того, друзья, чтобы показать нам свое смирение. Вы представьте, что Он же жизнь дающий. Это Он Словом Своим создал весь мир, всю вселенную. Он, когда говорил, происходила жизнь. И теперь даятель жизни подвергнут цепям смерти. Он это сделал добровольно, друзья. Он показывает, каким образом должно произойти спасение. И это должно нас еще больше восхищать. Иисус Христос лежит 3 дня, 3 ночи лежит в гробу, чтобы мы могли, друзья, увидеть, каким образом необходимо смирение. Христос знает не только, что такое умереть, но что значит быть мертвым. Он пережил всем своим телом, что такое смерть. Он знает ее адский запах, непреодолимую силу. Он знает ее железные ковы и ядовитую отвратительность. Вы когда-нибудь наступали на что-нибудь неприятное? Христос был там. Для Него пережить смерть, для вечного Бога пережить смерть – это немыслимые, несовместимые концепты, друзья. Мы очень быстро, легко привыкаем к всем пасхальным историям, забывая о том, что происходит. Две несовместимые реалии совмещаются вместе. Божий Сын. Божий Сын лежит в гробнице, показывая свою славу через смирение. А вы знаете, почему еще нужно было? Христос показал свою славу через удивительнейшую снисходительность к нам, людям. На протяжении истории, с самого дня воскресения, появилось много разных лживых идей и объяснений, чтобы опровергнуть воскресение Христа. Мы об этом читаем вот в субботний день, что происходило. Пришли священники и говорят, чтобы не произошло какого-то обмана. Для чего? Чтобы создать свою ложную теорию. Но смотрите, несколько этих идей, они относятся к смерти Христа, что Он не совсем умер. Он находился в какой-то определенной коме, истощенный, да? Он был без сознания. Он на самом деле не умер. И сегодня даже есть некоторые богословы, которые пытаются принести эти вещи для того, чтобы подвергнуть соблазну веру в Иисуса Христа. Но Иисус Христос, друзья, не зря и не случайно избирает не только быть подчиненным Божьему Слову, но лежать в гробнице, чтобы показать нам свою снисходительность. Он снисходит к нам, к нашему восприятию реальности, нашей способности понимать что-либо, тем более Его смерть. Ведь если бы Он воскрес в тот же вечер, мы могли поддаться разным идеям, излишнему сомнению. Христос снисходит к человеку и умственному восприятию, когда лежит в гробе 3 дня и 3 ночи. Именно после 3 дней тело подвергается тлению и начинает разлагаться. И 3 дня – это достаточно для Иисуса Христа, чтобы мы убедились, друзья. Точно так же Ему не нужно было отваливать камень, чтобы выйти из гробницы. Точно так Ему не нужно было лежать 3 дня и 3 ночи. В этом не было для Него самого необходимости. Все, что делал Христос, Он хотел показать свою славу, чтобы смирить нас, и чтобы снизойти к нам, и чтобы показать, друзья,
свою любовь к нам. Помните, в истории с умершим Лазарем мы помним, что Христос пришел не сразу по просьбе Марии, но сказав ей, что Он есть воскресение и жизнь, Он медлил приходить. Не волнуйтесь, когда Христос медлит, Он это делает для того, чтобы показать свою славу. Вы помните, когда Он пришел к Лазарю на четвертый день? Помните, что люди говорят вокруг? Уже смердит. То есть тело начало разлагаться. Иисус Христос специально медлит для того, чтобы, когда Он придет, все понимали, Лазарь не просто поспал немножко. Лазарь умер, его тело разлагается, оно уже дурно пахнет. Оно разлагается, и это слышно даже через камни, которыми, где он лежал. Но Христос проявляет свою большую славу, когда тело разлагается, чем если бы Он сразу пришел бы и даже не дал бы Лазарю умереть. Представьте, друзья, это Божий путь, это как Он работает. Он медлит иногда в нашем понимании, Он медлит, но Он никогда не опаздывает. И все, что Он делает для того, чтобы снизойти к нам на наш уровень, и чтобы мы могли увидеть, Он есть действительно Сын Божий. И для этого Он лежал, чтобы показать свою славу и свою силу. Христос проявляет свою славу в силе над смертью. Он позволяет смерти иметь власть над собой. Это немыслимо для Божьего Сына, для Бога, который не умирает, для вечного Бога. И поэтому, друзья, у нас просто наш компьютер маленький, он разрывается на части, он не может вычислить все и объяснить. И вот здесь нам нужно услышать вот что. Христос, позволив смерти иметь власть над собой, Он ставит ей предел. Теперь, когда все вокруг убедились, что Он действительно умер, Он говорит ей: хватит. Поддержала меня чуть-чуть? Хватит. И мы поэтому читаем о воскресении с такой большой радостью и необыкновенным восторгом. Смерть, друзья, является последним врагом, которого ни один человек на этой земле не может превозмочь. Люди могут как-то болезнь полечить, люди как-то могут отрихтовать, может быть, там этот позвоночник, они там могут пластическую операцию себе сделать, они могут там таблетками забить или витаминами свои холодильники и все для того, чтобы немножко дольше прожить. Но никто не может победить смерть. Иисус Христос должен был лежать 3 дня и 3 ночи для того, чтобы мы убедились, все люди вокруг, Он действительно умер. И теперь, когда Он действительно умер, не только это было видно на кресте, но и что Он был погребен, и что Он лежал в этой яме, и что Он лежал, вернее, в этом гробу, и что камень был провален, и все было сделано, все под контролем было у тьмы. Иисус Христос восстает из гроба. Христос воскрес, друзья. Он воскрес, Он победил смерть. Он разорвал оковы, которые никогда не удавалось никому разорвать. Он разорвал оковы смерти. Его всемогущество признано на небе, Его всемогущество признано на земле, и Его всемогущество признано смертью, адом, дьяволом, демонами. Он всемогущий Бог. Он проявил свою славу в суверенности, в смирении, в снисходительности и в силе, которую Он восторжествовал над смертью. И зачем Он это сделал, друзья? Смотрите, почему Христос лежал в гробнице, почему Он воскрес на третий день, не на первый, не на второй? Для того, чтобы исполнить Слово, для того, чтобы мы дальше второе видим. Покажи, пожалуйста, нам третий пункт, Рома. Чтобы показать свою славу и затем, чтобы пробудить в нас спасительную веру. To awaken the saving faith. Смотрите, позволив смерти держать его 3 дня, Христос дает ей возможность сделать свое гнусное дело. Но на третий день Он повергает ее в стыд. Никогда подобного не было. Иисус Христос дает нам это все для того, чтобы пробудить в нас спасительную веру. У людей могут быть каждая вера. Кто-то называет православная вера, католическая вера, там, баптистская вера и так далее. Друзья, Христос не об этом говорит. Писание говорит о спасительной вере.
вере в Иисуса Христа. Если Он не воскрес, как говорит апостол Павел, наша вера, наша религия, все наше христианство – пустой звон. Друзья, если Христос не воскрес, наша вера тщетна, наша проповедь пустая. Наше поклонение сегодня – это просто такой эмоциональный хайп. Если Христос не воскрес, наши собрания бесполезны, безосновательны. Наши церкви, не только это, любые, бессмысленны. Если Христос не воскрес, даже Библия бесполезная. Мне очень часто люди говорят, а вот как ты знаешь, что вот Священное Писание на самом деле истина? Я говорю, есть один человек, который сказал, что это истина. Да, нам нужны археология, нам нужны, возможно, манускрипты, нам нужны разные факты, доказательства, нам нужна апологетика, друзья. Но самый главный факт – Иисус Христос сказал, что это истина. Он нигде не опровергал Священное Писание. И тогда я слышу другой вопрос. Люди говорят, а почему Христос? Одно слово. Знаете, какое? Воскресение. Воскресение Иисуса Христа доказывает божественность Иисуса Христа. Его непогрешимость, Его святость, Его праведность. Воскресение Иисуса Христа – это Божья печать на праведности Божьего Сына. Все, что Он делал, все, что Он говорил, это не просто была красивая история, это то, что изменяет жизни людей. Это пробуждает сердце к новому восторгу, к новой вере. Когда мы читаем Писание, вновь и вновь и вновь слышим и видим, вера – это слышание Божьего Слова. А Божье Слово, суть Божьего Слова, оно все о Христе. Помните двух учеников, которые шли в Эммаус? Иисус Христос приходит и говорит им, о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы что? Помните? Чтобы веровать всему, что говорится пророками. И дальше он дополняет, что говорится о нем. То есть, когда мы читаем Писание, друзья, нам нужно читать его для того, чтобы встретиться с воскресшим Христом. Воскресение Иисуса Христа делает Писание живым, авторитетным, ясным, понятным. Воскресение Иисуса Христа, оно объясняет все Писание. И в воскресении, друзья, мы начинаем понимать. Все имеет смысл, что говорится в Писании, только благодаря тому, что Иисус Христос воскрес. А это нужно нам сегодня, друзья. Мы не играем в религию, мы не играем с вами в церковь. Мы не просто по воскресеньям собираемся, потому что у нас тут классные друзья есть. И нас так вот красиво здесь, и здесь так хорошо. Друзья, не в этом здании, не в этом помещении, даже не в нас, в людях. Воскресший Он соединил нас. Воскресение дает смысл всему. Воскресение дает смысл всему. Очень интересно, что когда мы читаем Марка, 15:42. Этот же текст мы читаем, как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой. Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царства Божия. Он осмелился войти к Пилату. Друзья, этот акт, это был акт веры. Другими словами, Иосиф из Аримафеи, возможно, уже знал об Иисусе Христе. Но вера, друзья, она всегда действует любовью и выражается в действии. Если нет действий, поступков веры, возможно, самой веры в Иисуса Христа нет. Но поэтому Иисус Христос пролежал 3 дня, чтобы все убили, что Он умер, и затем воскрес, чтобы пробудить веру. Теперь смотрите, Иосиф из Аримафеи, он осмелился войти к Пилату. Знаете, что это означало? Это означало для Иосифа потерять свое место в Синедрионе. Или прежде чем это означало для всех остальных, я ученик Христа, Он для меня дорог. Это означало опровергнуть и не искать признания советом всего того, кем я являюсь. Это значит было потерять свой престиж, репутацию. Мы читаем еще об одном, смотрите, очень интересный момент, это Иоанна, 19 глава. «После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха перед иудеями, просил Пилата, чтобы снять тело. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, 100 литров. Итак, они взяли тело Иисуса и
и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно пригибают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Я хотел бы подчеркнуть, Иосиф из Аримафеи и Никодим были раньше, возможно, тайными учениками, друзья. Но я вам скажу, если вы уверовали в Иисуса Христа, об этом рано или поздно вокруг узнают люди. Вы никогда не сможете быть тайными учениками. Иисус Христос был в гробу и воскрес для того, чтобы из тайных учеников сделать явных и видимых. Если вы верите в Иисуса Христа, это будет видно. Это будет видно, друзья, в вашей жизни. Об этом узнают люди. Об этом узнают ваши соседи. Об этом обязательно узнают люди, с которыми вы работаете. Об этом узнают ваши сотрудники. Об этом узнают ваши клиенты. Об этом узнают ваш босс. Об этом узнают ваши соработники и так далее. Об этом узнают ваши родственники. Мы когда были последний раз сейчас в Израиле, нам гид рассказывал. Говорит, когда язычник приходит ко Христу, у евреев нет с этим проблем. Но когда еврей обращается ко Христу, вся еврейская семья его символически хоронят. Он больше для них не существует. Они плачут. И даже говорят, лучше бы ты был бы наркоманом, но не стал бы Христом. Это на самом деле я слышал своими ушами от людей, которые покаялись, они евреи, которые покаялись и приняли Иисуса Христа Господом. Знаете, почему это важно, друзья? Вы не можете быть христианином, не оставив. Вы не можете быть христианином, не отвернувшись. Вы не можете быть христианином, не умерев для себя. И вот почему Иисус Христос пришел для того, чтобы изменить нашу жизнь и изнаружи вне, или снаружи, извне наружу. Иисус Христос, это четвертый очень важный момент, я хотел бы подчеркнуть. Иисус Христос пришел не для того только, чтобы пробудить нас в веру, но изменить всю нашу жизнь. Она обязательно будет меняться. Но вы знаете, друзья, что когда мы читаем все эти истории о христианской жизни, христианин – это тот человек, кто умер и продолжает умирать. Другими словами, живой человек духовно будет умирать ежедневно. Он будет умирать для себя, для своих грехов, потому что апостол Павел, все Писание говорит нам о том, что мы погреблись с Ним крещением в смерть, и поэтому нам нужно помнить, почему важно, что Иисус Христос был в гробнице. Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Еще раз смотрите, христианская жизнь невозможна без умирания для себя. И если вы, друзья, не знаете, что это такое, возможно, вы не христианин. Но христианская жизнь невозможна без самоумерщвления. В том смысле, что я умираю для своих желаний, для своих аппетитов, для своих целей. Я умираю для своих преференций. Я умираю для того, чтобы себя ставить в центре. Это умирание, друзья, оно проявится в тысячах разных мелочах, которые Бог дает нам каждый день. Я вот хочу задать вам вопрос, друзья. Вы можете сегодня сказать, уже не я живу, но Христос во мне? Подождите, вот не спешите. Я знаю, что там, может быть, вы что-то приготовили, и спешите сегодня домой праздновать с людьми. Я хочу задать вам вопрос, друзья. Вы можете сегодня сказать, уже не я живу, я умер. Я умер со Христом. Уже не я живу. Или вы можете повторить следующую фразу, во мне живет Христос. Я помню, вот когда с Татьяной разговаривал, она говорит, Виталий, я не боюсь. Он во мне живет. Я его люблю, он меня любит. Мне не страшна смерть. Когда бы она ни пришла, я готова.
Откуда эта уверенность? Потому что Христос живет в человеке, и Христос, живущий в нас, друзья, Он все по-другому делает. Где бы мы ни были, друзья, в разных обстоятельствах, вы скажете, ну где, как это происходит? Если вы умираете для себя, вы всегда об этом будете помнить. Потому что это не происходит случайно, это происходит очень сознательно. И апостол Павел говорит об этом. Он говорит об этом вновь и вновь, когда говорит, умирайте для себя, умерщвляйте члены тела вашего, умерщвляйте желания греховные, которые у вас есть. То есть, когда грех стучится в нашу жизнь и в наше сердце, чтобы проявиться в раздражении, в гневе, в обиде, в горечи, в каких-то ненужных словах. Готовы ли вы умирать? Хотите ли вы умирать для себя? Почему нет? Ведь духовно живой, он хочет умирать для себя. Зачем? Чтобы жизнь Христова проявилась. Дабы нам, которые умерли с Ним, так как и Он был умерщвлен и воскрешен, и нам ходить в обновленной жизни, говорит апостол Павел. Мне нравится этот текст 2 Коринфянам 5:14. «Ибо любовь Христова объемлет». Объемлет означает контролирует, давит нас со всех сторон. Она держит нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Последний Иисус Христос лежал в гробнице для того, чтобы учить нас надеяться на Него. To teach us hope. Подумайте, что переживали ученики в субботу. Смущение, страх, разочарование, безнадежность, печаль, растерянность, сомнение. Это суббота для учеников. Но это время и переживания нужны были для них. Иисусу Христу не нужно было 3 дня лежать, чтобы доказывать что-то. Это было нужно для нас. Это было нужно было для учеников. Когда Христос лежал в гробнице, Он учил своих учеников надеяться. Он учил своих учеников надеяться. Надеяться и брать всерьез все Его слова, все Его обетования. Для этого нужно знать Его Слово, верить Его Слову, наполняться Его Словом, подчиняться Его Слову. Христос, друзья, никогда не бросает своих слов на ветер. А почему это важно для нас сегодня? Что бы ни происходило в вашей жизни, друзья, какой бы страх, какие бы сомнения ни приходили в вашу жизнь, какие бы только скорби и страдания ни пришли бы в вашу жизнь, не оставляйте упования вашего. Помните, что, может быть, вы чувствуете себя сегодня, как ученики в субботу. Но помните, друзья, что после субботы всегда будет воскресенье. После субботы придет воскресенье. И когда приходит суббота в вашу жизнь, когда сомнения сбивают вас с толку, когда страдания одолевают вас, когда страх парализует вашу душу, когда смерть заглядывает вам в глаза, друзья, помните, однажды будет воскресенье, и однажды будет все хорошо. Однажды будет все хорошо. Иисус Христос своим воскресением, Он начинает новую эру. И это не просто пафосные слова, друзья. Иисус своим воскресением говорит, точно так, как мое тело преобразилось, точно так и ваше, каждого верующего человека преобразится в новое, нетленное, не больное, не умирающее тело, которое будем иметь мы с вами, друзья. У нас у всех, у верующих есть надежда. И что бы ни приходило в вашу жизнь, друзья, нам нужно повторять вновь и вновь. Христос воскрес. Воскрес Христос? Мой вопрос теперь к тебе, дорогой друг. Воскрес ли ты? Христос воскрес. Воскрес ли ты? А жил ли ты вместе с Ним? Ты скажешь, да, я хожу в церковь. Нет, мы не об этом говорим. Библия спрашивает сегодня, Христос спрашивает, воскрес ли ты? Ты скажешь, я делаю добрые дела. Христос спрашивает, воскрес ли ты?
Библия задает этот вопрос, церковь сегодня задает вопрос, воскрес ли ты? Ты скажешь, ну, я свечи ставлю, я поклоняюсь святым. Вы скажете, ну, я песни пою, ну, я уже даже протестантом стал. Друзья, не об этом идет речь. Воскрес ли ты, ожил ли ты? А тот, кто ожил, он тянется ко Христу. Он тянется ко Христу, он тоскует по Нему. Он ждет этой встречи с Ним. Он хочет жить для Него, он готов все оставить. Он любит умирать для себя, чтобы жизнь Христова проявилась, друзья. Тот, кто ожил, он любит Христа, в нем живые отношения, он совершенно другой человек. И Христос сегодня, и Библия, и Писание, и мы сегодня задаем друг другу этот вопрос. Христос воскрес, воскрес ли ты? Воскрес ли ты? Почему? Потому что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то Библия говорит, мы несчастнее человека. Вы встречали несчастных людей? Много разных можно здесь рассказать историй, да? Но самый несчастный человек – это тот, кто не ожил. И для того, чтобы ожить, дорогой друг, я хочу, чтобы ты сегодня услышал, Иисус Христос пришел для того, чтобы на кресте понести все грехи, наказания за грех. И для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я хотел бы, чтобы мы сегодня вместе закончили вот эту проповедь, вместе этим текстом из Священного Писания, Иоанна 3,16, чтобы все мы услышали вместе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Христос воскрес!